прославляется, освящается в нами Лишь полгода прошло с момента закладки камня в основании храма, состоявшейся в декабре прошлого года. Тогда были частично возведены стены, а сейчас можно видеть, как продвинулось строительство. Оно завершено уже на 80%. Если совсем честно, откровенно, то я только что поймал себя на мысли, что давно или не совсем давно, но не прошибало на слезу. Я вам совсем откровенно говорю. Я вспоминал все время, которое руководство, вышестоящее руководство, Господь Бог и судьба доверили служить в Академии. И вот с октября 2011 года мы просили, ходатайствовали несколько раз. И несколько раз у нас были варианты постройки этого храма. Но мы не пытались сделать что-то заново. Мы пытались продолжить те традиции, которые были здесь заложены десятками лет и многими поколениями ветеранов, многими поколениями всех руководителей. Руководство Академии выразило слова благодарности за поддержку всех начинаний в развитии вуза, Федеральной службе исполнения наказаний, правительству Рязанской области и администрации города, Рязанской митрополии, силовым ведомствам региона, друзьям, партнерам и выпускнику 2002 года Александру Лукьянову, который оказал большое содействие в деле воздвижения храма на территории родного вуза. Люди к этому подходят достаточно щепетильно, с учетом того, мы не делаем это все на авось, нам нужно благословение. Оно, слава Богу, есть. Что могу от себя пообещать? Темпы мы сохраним. Храм уже укрыт крышей и увенчан куполом. На него после окончания чина освящения был воздвигнут крест. Полностью работы планируется завершить в следующем году. Теперь в Академии ФСИН у курсантов и преподавателей будет возможность помолиться преподобному Сергию под сводами храма, освященного в его честь. Вышли, бери спасение, душа.